Добрый день. Закройщика Красноярова знаете? Здесь принимают? Ну, конечно же, так и знаю. Сейчас расскажу вам за него историю. Я прятал дома книжки, а ты учил мальчишку по жизни быть стеною и близких защищать. Я рос смышленным малым, всем трудностям внимая, и твой закон про джунгли старался соблюдать. Ай, папа, папа, ай, папа, красик, пусть тебя жизнь и дальше красит, пусть будут рядом близкие друзья. Жена и Мишка, сколько и сыновья. Бесценно мне то время, дремал Иркутск вечерний, а мы с тобой по речке ходили на лещей. Шли годы чередою, но ты всегда со мною, и не забыть вовеки тех славных теплых дней. Ай, папа, папа, ай, папа, красик, пусть тебя жизнь и дальше красит, пусть будут рядом близкие друзья. Жена и Мишка, сколько и сыновья. Родился мелкий позже, и ты все приумножил. Да посмотри на Кольку, мол, сам Аландерлон. Я говорю спасибо за брата и за силы, да за улыбку мамы поклон тебе, родной. Ай, папа, папа, ай, папа, красит, пусть тебя жизнь и дальше красит, пусть будут рядом близкие друзья. Жена и Мишка, сколько и сыновья. Вы знаете, бывает в жизни так, берет и появляется совершенно незнакомый ранее человек, который без надежд на отдачу вкладывает в тебя любовь, заботу, полностью себя отдает. И ты с невероятной гордостью называешь его отец. Ай, папа, папа, ай, папа, красит, пусть тебя жизнь и дальше красит, пусть будут рядом близкие друзья. Жена и Мишка, сколько и сыновья, пусть будут рядом близкие друзья. Жена и Мишка, сколько и сыновья. Не, история, конечно, интересная. А юбочку-то можно заказать? Здравствуйте. Можно, но только с разрезом.